принципе, этот этап? Насколько он сам тебе понравился физически, ментально? Хороший этап, много опыта дал. По начальным 500-кам, опять же, повторюсь, из-за того, что проигрываешь, тоже получаешь очень сильный опыт, даже больше, чем выигрываешь. Это я вам точно говорю. Ну и вот и тысяча, хороший конец этого кубка. В принципе, мне очень понравилось. А сколько тебе вообще здесь катается, учитывая 2015 год, мировой рекорд, победа на чемпионате мира, сегодня опять же трек-рекорд? Мне тут нравится определенно. Хорошая публика, все хорошо. После 500 метров состоялся какой-то разговор с тренером? Как что-то обсуждалось прям конкретно? Или там слова были, ну, не больше, чем просто успокойся и беги? Обсуждалось именно то, что я вам сейчас говорю, что я готов, но что-то не получается. Именно какое-то невезение внутреннее какое-то во мне было. Неудачный день, может, еще что-то. Все вот остальное я умею, я это делаю и буду делать дальше. Ну, абсолютно фантастическая победа. Мы с Димой еще раз отметим, что вот это время, которое Павел показал, это при том, что на старте дистанции были совершены небольшие все-таки ошибки. Вот что значит настоящий талант. Ну, своими эмоциями после победы Кулешников уже поделился. И его личный тренер Дмитрий Дорофеев, который в числе прочего отметил высокий уровень современного конькобежного спорта. На сегодняшний момент мировой уровень коньков, именно плотности результатов, он очень возрос. То есть, если раньше мы говорили об 1.15 у девочек, опять же, призовые места, то сегодня уже мы говорим стабильно, еще в том году уже по 1.14 бегут на проходящих этапах. Поэтому, естественно, то есть у людей и мотивация возрастает. Ну, и я считаю, это не просто мотивация, это уже уровень, именно уровень самих спортсменов, уровень мировых коньков. Наша женская конькобежная сборная с мировым рекордом выиграла состязание в командном спринте. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Козелина показали результат минута 26.62, улучшив таким образом предыдущее достижение японок на целых 0.2. Серебро у Норвегии, бронза у Южной Кореи. Добавим, что в командном спринте у мужчин наши третьи, а на дистанции 3000 метров второе место заняла Наталья Воронина, которая уступила голландке Де Йонг 47 секунды.